Друзья, всем привет! Сегодня с вами сделаем интересную самоделочку. Будем делать из профильной трубы 20 на 20. Толщина стенки 1,5 мм. Изначально взял 4 хлыста по 6 метров. И чтобы удобнее работать, режу пополам. После того, как все это разрезал, все пихаю в ленточную пилу и уже там нарезаю пачкой. Очень удобно, кстати, недавно взял себе вот такую небольшую ленточку. И да, ей очень удобно пилить. Одно скажу, да, болгаркой намного быстрее это все получается. Но если нужен, допустим, ровный рез, то, конечно, после ленточной просто получается шикарно. Вот смотрите, сейчас я вам покажу трубы, вот эти, что я нарезал на ленточной пиле. И посмотрите, заусенцев почти нет. Но все равно для нашей самоделочки я решил все-таки пройти все это болгарочкой. Опять же, все прохожу пачкой. Допустим, выставил сразу несколько труб, заготовок. Прошелся их, затем все переворачиваю, выравниваю трубой. И еще один раз прохожу болгарочкой. То есть никаких заусенцев, ничего не остается. Ну и когда опять мы эту сторону пройдем, то есть и можно опять трубы перевернуть и еще один раз пройтись. И так получается намного-намного быстрее. Ну и вот здесь тоже начало все это избавляться от ржавчины. Можно было, конечно, когда были длинные хлысты, тогда все это этим заниматься, но как-то вовремя не подумал. Когда уже напилил все детали, вот здесь начал все подготавливать. Ну и вот выкатываю свой станочек, узор N1 Black Edition. И это, можно сказать, первая такая глобальная работа на данном станочке. Изначально, конечно, да, боялся, что-то не получится. Но работать одно удовольствие, как говорится. В первую очередь нужно прокатать наши все заготовки, то есть усилить трубу. Прокатываем через кузнечный блок. Никакого труда. Если вас двое, то делать намного еще быстрее получится. То есть один человек подает, а второй принимает. Ну и когда все прокатали, делаем лапку. А лапка нам нужна для того, чтобы нам гнуть различные фигуры. То есть валюту, червонки, завитки. Кстати, я чуть позже оставлю чертежик, и там будет показано, сколько каких деталей нам нужно. Ну и вот сами видите, ничего такого сложного нет в данном случае. То есть мы вставляем заготовку и загибаем до какой степени нам нужно. Вверху есть вот красная меточка, можно на улитке нанести метку мелом, и все будет под один размер. У меня, кстати, 3 улитки, потому что у меня полная версия, и в подарок мне шла 6-я улитка. Ну и вот продолжаю все это гнуть. Да, немножечко, конечно, может быть и долго, но не спеша, так и загибаем каждые детали. Вот еще одна деталь готова. То есть я не буду показывать сразу, то есть каждую деталь, как я гнул. Просто показал каждую деталь, то есть один вид, какой я гнул, второй. Вот сейчас у нас получается третий вид. Ну и сейчас все общим планом, вот я показал, какие нам нужны заготовки. Ну и теперь на ровной поверхности выкладываем спинку. Как вы уже догадались, это будет уличная скамеечка. Вот. И сейчас все под размерчик, согласно чертежам, все это подгоняем. То есть внизу, как вы видели, я закрепил профильную трубу. И уже все рулеткой измеряем. Да, сильно не ругайтесь, сварочного стола пока у меня нет. Да и варю я пока что, сами видите, тоже в столярке. Сейчас придет весна, тоже буду заниматься. Что-то, какое-то помещение делать для сварки. Потому что вот попробовал, сделал эту скамейку. Мне очень понравилось, работать хочется. То есть, ну опять же, нужно время и помещение. В таком помещении, где везде дерево, работать, конечно, опасно. То есть я периодически посматривал и сваркой же опять здесь варил. Ну и вот, как видите, все это собрал, все замерил. Ну и когда я все это замерю, нужно сделать прихватки. То есть некоторые прихватывают с двух сторон. Я все это прихватил с одной стороны,
мне показалось, что этого будет вполне достаточно. Еще раз все это измеряю, проверяю. Как говорится, лучше 7 раз отмерить, 1 раз отрезать. Ну и после всего, вот сейчас приступаю к сварке. Вот, кстати, забыл еще один узор. Это у нас идет он на спинку. Ну и вот сейчас все готово. Сразу тоже сильно не ругайтесь. Нужно, конечно, так не надо работать. Нужно обязательно сварочный какой-то комбинезон надевать, чтобы не обжечься. Ну и вот все это прихватываю. А уже другую часть, после того, как все это зачищу, потому что нужно проверить, везде ли хорошо сварка. Сами видите, я обычной сваркой. Полуавтомат у меня пока еще нету. Конечно, полуавтоматом это дело делается быстрее и удобнее. Ну а вторую часть я собрал по образцу первой, только сделал отзеркальную. То есть, чтобы у меня точки сварки смотрели вовнутрь. То есть, если сделать все с одной стороны, то получится, на одной спинке будет сварка наружу, а на другой вовнутрь. Теперь приступаю к изготовлению сидушки. Нарезаю трубы под 45 градусов. И вот таким вот способом мы свариваем. Ну и, естественно, всю сварку нужно будет зачистить получше. Также еще добавил посередине трубу и перемычки. Не знаю, в чертежах этого не было, но я решил все это усилить покрепче, как говорится, делаем для себя. Ну и теперь вот к одной из спинки привариваю сидушку, затем выставляю все на пол. Пол у меня ровный, уже замерил рулеткой со всех сторон. И вот также еще снизу сидушки делаю усиление, то есть приварил трубу. И также вот еще завитки здесь тоже привариваю для большего усиления. Ну и вот для спинки тоже сделал вот такой элемент. И сейчас его привариваю. После того, как все приварил, можно посмотреть уже почти готовый результат. Теперь надо все это зачистить, еще раз обезжирить и покрасить. Ну а пока сохнет краска, взял доски. Доска у меня 20 на 95, отмеряю в размер, у меня 1,5 метра, и сразу на торцовке все это дело пачкой отрезаю в один размер. То есть замерил 1,5 метра, на сидушку мне нужно было 4 доски, сразу 4 доски и отторцевал. Ну, естественно, для более эстетики еще прошелся кромочником. То есть обработал все поверхности. Кстати, вот этот кромочник уже у меня, ну, довольно-таки давно. Все говорили, он быстро сгорит. Покупал на Алиэкспрессе. Ну, пока вот, наверное, уже года 2, может быть, больше он у меня работает. В принципе, для мелких работ нормально. Но, если честно, да, он нагревается. Если долго им работаешь, он огненной. Я думал, он почему-то у меня, не знаю, в первые месяца-два он у меня сгорит. Ну, не знаю, показал себя вроде бы хорошо, пока что мне этого хватает. Конечно, ну, в будущем хотелось бы поменять. Ну и после фрезера решил все пройти шлифмашинкой. Как говорится, хоть доски и строганные, но все равно есть заусенцы где-то. Поэтому решил еще раз все это прошлифовать. Покрывать все буду маслом от торгового дома Мартьянов. Также буду использовать колер, цвет терракотовый, он мне очень нравится. Изначально наношу масло кисточкой и затем уже это масло растираю ветошью. Результат, конечно, шикарный. Сейчас смотрится так, конечно, не передать на видео, но когда вживую смотришь, да, выглядит просто шикарно. Ну и вот таким способом нанес масло на все доски. После того, как высохло, начал крепить доски на сидушку. Креплю вот на такие болты мебельные. Закрепил первую доску и сделал вот такие проставки из МДФ. Ставлю с двух сторон, пододвигаю доску и сверлю. Сверлил я сверлом восьмерочкой, потому что болты у меня тоже восьмые. Изначально хотел шестерочку, но не знаю, как-то мне недоверие не внушили, поэтому решил
восьмые взять болты. Также видел много, что делают по два болта на одну доску. Но я посчитал, этого будет много, потому что ширина доски у меня 95. Ну и вот, как видите, начал тоже сверху, со спинки. Все закрепил. Вот как выглядит. Уже можно сказать, готовый результат. Закручиваю последний болт. Сейчас будем смотреть готовый результат. Ну и вот что получилось в итоге. Я считаю, выглядит шикарно. Конечно, хотелось еще попробовать сделать с патиной. Ну, не знаю, пока что решил вот остановиться на этом цвете, черный цвет. Доски, еще раз повторюсь, с колером, цвет терракотовый. Выглядит, конечно, шикарно. Так на видео не передать, вживую, конечно, смотрится все лучше. Ну и еще вот оставлю чертежик. Возможно, у кого-то есть такой станочек, может, кто-то вручную гнет. Вот здесь все размеры на каждую деталь. Можете нажать на паузу и уже себе записать и сделать такую лавочку. Вот такая получилась сегодня работа. Не судите строго, это первый мой образец. В дальнейшем, думаю, будет лучше. Ну а мы будем прощаться. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!